ходе рейдов госинспекторы технического надзора проверяли состояние рейсовых автобусов на конечных остановках, а также наличие в транспорте аптечки и исправность огнетушителей. Особое внимание уделили проверке автобусов непосредственно перед выходом на линию, сразу после проведения осмотра техниками автопредприятий. Кроме того, был применен способ скрытого контроля за соблюдением правил дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции, передвигаясь на обычном автомобиле в общем потоке, выявляли нарушения, фиксировали их на видеокамеру и посредством радиосвязи сообщали об этом ближайшему экипажу. После остановки нарушителя ему по требованию предоставляли видеозапись, после чего составляли административный материал. Всего за время проведения операции «Автобус» было проверено 356 автобусов. За нарушение правил составлено 160 административных материалов. Из них за техническую неисправность 69, в том числе 11 в отношении должностных лиц. В период с 16 по 25 ноября на территории города Сочи проводится краевая профилактическая операция «Автобус». Целью данной операции является профилактика нарушений на пассажирском транспорте. Хочу обратиться к руководителям автотранспортных предприятий о необходимости соблюдения норм и требований в целях безопасности дорожного движения данной категории транспортных средств.